У нас стартанула каточка, поэтому самое время смотреть Madlines против Vitality. Драфтецкий у нас уже на экране, и у нас почему-то баны не отображаются нихуя у риотов, как обычно. А, вот, реально, Мак ходит. Йоу, Мак! Маку респект. Он единственный тренер был, который отвечал мне в Твиттере, когда я сам был тренером и спрашивал какие-то советы у чуваков там. Про подход, там еще что-то. Мак единственный, кто мне отвечал. Поэтому Маку респект, вообще безграничная моя любовь. А Гвен для Фотона в итоге появляется. Бля, ну драфтик интересный, конечно. Гвен, правда, мне кажется, хорошо в ТФ работает. W будет доджить там стан. Гвен как будто бы выглядит неплохо. Но мне кажется, что Мирвен такой челик, у нас любит на всяких рейджовых пиках играть. Я думаю, что на ТФ он хорошо может реализовать. И по ТФ есть Талия. Вообще, в целом, слева драфт под Талию очень неплохо выстроен. То есть куча именно контроля, чтобы Талия лог, свой дэмэдж выдавала. При этом ее Ешка правому драфту достаточно неплохо мешает. Сет справа против двух только милишников Наута и Вай. Если честно, мне драфт Мэдов, наверное, даже побольше нравится, чем драфт Витальти. А что с Худом случилось? А где лого Vitality, Madlines? А что это за шрифт? Что произошло? Ребята, у вас все сбилось нахуй. Ой, физчек! Кильсон, даблстан! Ильёя! Доброе утро, Ильёя. Первая кровь для Vitality. Ну, профессор Килисанг на работе. Килисанг, флэш-стан, по ступе, выбил клин, скилли. Так, прожимается игнайт, два игнайта сразу. Килли свой игнайт на ступу нажал. Но Килисанга будет секс-флэш, и он будет постоянно теперь секс-флэшом искать какой-то энгейдж. Как обычно он это делает. Классический Килисанг. Классический сет, левел 1 флэш, но Ешку нажал, выбил. Желательно выбить, конечно, флэш, тут не очень хорошо получилось для Vitality, потому что выбили они только клинца, не скачок. Но вообще, наверное, именно 5 на 5 драку, там, допустим, после 25-й там, минуты, мне кажется, Vitality могут выигрывать. Так, Килисанг, кстати, умирает здесь, тут, да, Ньюэ на боте. Килисанг точно мертвый. Карзи. Много додамажил. Флэш пока свой не нажимает. Пробил Альвара, пробил супу. Альвара без США. Пришел сюда Даглас, но играть вперед не стали. В итоге Килисанг просто килла дает. Так, у нас фиксит, походу, уход опять, да? Убрали. Так, драк на топе. Тут Ильёя, флэш-кью есть. Ильёя, да, флешивается по Дагласу. Неплохо. Даглас должен умирать. Хорошо. Вот он выйдет. Ильчик для Мирвина на топе, тоже очень приятно здесь. Не знаю, как они сейчас работают, наняли никого-то еще или нет. Так, тут спанули Витео, хорошо, прокастик пошел от Фрискови, Витео ульт-е выходит. Так, что-то на топе происходит, у нас опять с Худом какие-то лютые приколы. Теперь полоска какая-то появилась, ебаный в рот. Ну, Ахилле. Выбивает флеш из Мирвина. Левел 5, ром на топ. Починили, чат. О! Все, сразу приятно глазу стало. Хотя вебки все равно как будто в хуевом качестве. Так на боте играют по супе. Хороший ульта супа, но его просто ваншотают. Килисанг. Машина. Так, Ильёй на боте. По карте полетели, у карты флеш есть, клинс есть. Ну, карте здесь живет. Хилисанг, правда, под фокусом. Теперь хорошо продамаживает хили. Много урона по Альвара. Там еще и супа подстрял. У супа есть качок. Даглас. Дофлешивается Карзи. Даглас летит за супой. Забирает супу. Ильёя теперь под фокусом. Витео в драку нормально зайти не может. Там уже все под вышкой. Размен один в одного. Успевает Витальевич сюда подойти. Здесь формящая сена. У нас в Европе формящая сена сейчас только играется. В итоге. Ой, хорошо, кстати, могут по супе пробовать сыграть. Не, Витео не достал. Альвара задизенгейджил еще. Ну, теперь супу звонят от пачки. У нас поменялись немножечко местами. Здесь команда хили. Ой, неплохо может быть. Хили. Блять, хили. Плохо получилось. А там еще ТП в спину. Нет, Килисан. Там стена ставится. Ой, Карзи без слыша. О, нет, Килисан. Я подумал, неплохо может быть, потому что он прилетел в стену и типа может их застанете, там Рел сыграет, но в итоге его просто шотнули мне, он поймал тавер хиты. Килисан. Но вот это вот все, что произошло сейчас на боте, это на самом деле печально. Из-за этого
Мэдов, так, кстати, хороший энгейдж. Хили еще полетел вперед. Сдох сразу. Но убили Альвара, разменялись один в одного. Витео, США. Его подконтролил Ильёй. Витео много урона уже. Супа в теории, может быть, и убьют. Витео много дэмэджа дает. Хорошо, Ешкой попал по Ильёй, но Супа разменивается. По итогу Карзи стреляет. Карзи! Карзи или Супа? Карзи! Забирает одного! Карзи, можно разъебать. Карзи, давай, я в тебя верю. Ладно, вера закончилась. Даблкил для Фрескоуи. 3-0 2 Талия. Ну что-то сет не работает. 1-4. Я не могу. Хилисанг. Блядь, ну как... Не, ну чат, ну без Хилисанга лег был бы гораздо скучнее. Ну, объективно, если говорить. Он этот килл смог забрать. Мне кажется, надо было прям пытаться с Фрескоуи до конца идти, туннелить его и драться, пытаться задолжить хотя бы одну пушку, тогда, может быть, смог бы. А так, то, что на месте почти стоял, там не очень было. Так, мы это делаем Герольда. Поймали кого? Кого поймали? Не вижу. А, Хилисанга поймали. Хилисанг дает флешаут, и Хилисанг умирает в пятый раз за эту карту. Даглас. Пытался США шестилить Герольда, не получается. Так, забрали Т1 на миде. Мэдэ, Альвар пухнул вышку. Хилисанг просто сдох. Но Альвара должны разменять. Неплохо, кстати, Ильёй под контроль. Там стреляет Карзи. Карзи, не хватило урона. Окей, Витео забрал, но Супа убьет Витео. Фотон. Найс! 4 килла для Виталити нашли. Потом бы пушит ТФ. Не, вообще, Виталити, вот если честно, хочется отдельный респект команде Виталити, потому что, ну, действительно трудно играть 4 на 5. И то, что они сейчас убили четверых, при том, что Хилисанг опять просто заинтил пошел, ну, что он делает? Они 4 на 5 играют. Но здесь драка 4 в 4 была, Хилисанг сдох, а ТФ пушил. Он просто, ну, типа, в Твиттер приехал, теперь это испанский паблик. Хилисанг? Ну, какого хуя ты ломаешь здесь вард один? Ну, у него вся команда на базе была. Ну, блядь, ну хили, ну ёбаный в рот, ну что такое? Принесите таблетки, я не знаю, у него маниакальная фаза какая-то началась, блядь, срочно нужно купировать все это дело. Это пиздец полный вообще происходит. Он ебанулся нахуй совсем, ну, все. Ну что он один тут делает? У него еще свифты и предмет на скорость передвижения, чтобы по миду быстрее бежать. Так, Хилисанг пришел с базы. Он уже готов драться. Хилисанг. Подцепанул Ильёю. Ультанул. Но Ильёй все равно улетел в Карзи. Карзи больно там стреляет еще в Супа. Карзи пытается раздамажиться. Карзи жив. Альвара убили. Хилисанг заспейсил. Тут Витео на ульте. Красиво добивает Ильёю. Взяли еще и Мирвина. Выбили из него флеш. Пытается выйти Мирвин. Слыша играть Хилисанг по Фрескови. Выбивает скачок из Фрескови Хилисанг. Мирвин быстрый. Может попробовать найти какой-то стан. Стан Дагласа. Даглас должен на контроле. Карзи умирает в итоге. 2-1 драка в пользу Виталити. Но вот эти вот файты Виталити находят и находят убийство. Продолжают. Так, Хилисанга. Ну, кого поймать могли? Конечно, Хилисанга. Хилисангу больно. Больше половины хп ему уже сняли. Игнайт на нем висит. Хилисанг пытается выйти. Хук прекрасный от Альвара. Хилисанг умирает 8-й раз. На этой карте. It's like an episode of Seinfeld. You know, the plot hasn't progressed. You're kind of just watching the same thing over and over again. It's just, you know. Как смотришь на связку Перкс или Санг в Next Splite? Блять, мне реально, кстати, Перкс или Санг, это, ну... Я не вывезу смотреть это. Так, фото. Фотон, да, фотон без вешки уже. Фотон умер. Поймали фотона, там еще и Фитео поймали, хотя Карзи стреляет, Альвара еле живет, он вышел. Даглас выходит. Хилисанг! Приходит папа. Ничего не находит. Хили здесь. Ну и в итоге один килл на фото не для мэдов. По золоту преимущество почти уже 4000. Ну оно 2700 все еще на ТФ. Так.
Там Карзи надо еще пройти к команде, он не заджонен. При этом мидвейв отдают сейчас Виталий. ТТФ может пойти по миду пушить дальше. Но без ульты. Так, Виталий на фланке. Он на вижене, вижен не успевает забрать. Не успевает забрать, стена ставится фрисковик, Карзи отзвонен, Хилисанг один стоит, танчит, Хилисанг должен умирать, скорее всего. Хотя неплохой энгейдж от Дагласа, Хили все еще живет, там Карзи стреляет по фрискове. Убили Карзи, убили Хилисанга в бэклайне, при этом справились с Витео, Мэдо выигрывает драку. Умер только Альваро, Даглас вот она пытается отсюда выйти. Но их, видимо, даже отпустят, но это дракон для Мэдов. Вообще не могут на Шора пойти, наверное. У них ТФ. С АД ТФом на Шор быстрый достаточно. Даглас живой, но они все еще в бутсайде, они видят Гвен. Надо на Шор делать. Хилисанг просто за Фнатик, как твой главный фанбой Фнатиков, поэтому он твой не наш. Но я за Фнатик за этот состав болел, а не за тот, который был. Тогда я за Фнатик не болел. Здесь спанули все ТВТ, умер. Ну, что-то очень много Виталити кичится опять. Вообще не было бы такого впечатления, если бы не 9 смерти Хилисанга за 25 минут, наверное. Но в итоге плюс 6 тысяч, Мэдэс на шорчиком забирают А2 на миде, Понечку съедет дальше, Т3 в принципе тоже заберут, скорее всего, Вейфира справа, кроме Варуса, никого нет. А у него Вейфир-то слабенький, он со стрелами здесь ничего не ваншотает. Ну и эта сторона для Мэдов. Витео еще мертвый 20 секунд. Прескови уже нажал ТП на топ. Вот тут, кстати, могут Витальти попробовать посмотреть 4 в 4. Или Санкт не может пока найти угол. На фланг на Мирвина. Мирвин его отзонил. Супа. Не под демедж у Супа, конечно. Так. Тут могут цепануть Дагласа. Даглас. Ой, какой хук упал там по Карзи. Ну все, это ГГ. Это конечный даблкил для Супы. Кельчик еще для Мирвина. Ну и какая-то легкая, я не знаю. Там надо сейчас срочно, блядь, успокоительное Хилисангу. Дайте такой-то полный... Хилисанг за 11 полетел. Сука, ебанутый, блядь, я не могу. Хилисанг! Все, поехали. Mad Lions Koi против Vitality. Продолжаем эту Best of 3 на вылет. Кто-то у нас сегодня отправится в микроотпуск на пару недель до следующего сплита, но благо он начнется довольно быстро. Так, сейчас я теперь поменяю тут. Все, поехали. Что у нас там? ФП, Парус для Супа. Сену забанили Vitality. У нас опять багается, блядь. Персонаж в драфте. Что не так у вас? Кут опять сломался. Непонятно, что там взяли. Но, скорее всего, взяли Карзи АДшника, Калиста в бане. Ну и нам скрыли опять драфт. Let's fucking go. И Акшан! Я Фотона! Что происходит с драфтом? У нас бесконтактный бой! У нас нету... У нас фронтлейна вообще почти нету на две команды. What is going on? Джейс Акшан на топе. What the fuck? Кайса мид. Европа, что творится с вашими драфтами за последние две недели? Я в ахуе. Так, Фотон продолжает Мирвина на топе подушивать, плюс 11 уже, и Даглас опять на топе давить готов. И Фотон допушивает пачку. Мирвин пока очень сильно страдает, ставит вижен, видит, что Даглас здесь. Ильёй недалеко, кстати, Ильёй должен бежать сюда быстрее, но Мирвин респектит. Ильёй в итоге просто допушивает. Тут еще и Хилисанг на топ идет с ресета, и идет сюда Альвара, все здесь. Даглас стан мимо по Мирвину, в итоге W играет, больно Мирвину, но Фотону тоже. Витео с хили приходит сюда, Витео получает стан, Хилисанг, пока по Мирвину. В итоге Мирвин флеша дает ТП, еще сюда нажимает Прескови. 4 на 4 на топе на 6 минуте у нас в этой карте внезапно. Даглас отсюда должен выйти. А раньше были 5 игроков лик уровня. Юол в прайме, я думаю, что в лике бы не потерялись, да. Праймовый Юол, когда вот гаджет на боте был с Сантосом, какой-то 21 год. Я думаю, тот состав Юол в лике был бы не на последнем месте точно.
Да Moscow Five, блять, камон, нахуй. Причем есть Moscow Five? Это было миллион лет назад. Пощадите меня, алды. Карзи красиво играет. Стрела больно, супа убил! ВК Варуса, доброе утро. Кто сейчас? Но если сейчас брать, допустим, игроков с постсоветского пространства, то пятерка, которая могла бы хоть что-то показывать, была бы... Маунтер, Занза... Хуй знает на миде. Ну, либо Ксоникс, либо Номунс, но у них у обоих в этом году пока не очень идет. Кенал и... Кто у нас саппорт есть? Ну и Лексус. Какой смурф? Пощадите меня. Господи, боже мой. Какой смурф? Маунтер, блядь. В LFL в Кармин Корп играет. У них все смурф, блядь, сильный топер. Он, нахуй, два года стримит на Даймонде, играет... на Даймонде Лоумастере, играет на заказных персонажах. У них все, нахуй, смурф полстарсы, блядь. Пощадите. И Демил тоже. Ну, пощади. Ну, у него не было опыта компетти. Блядь, там Лексус играет в испанской лиге, блядь, на хорошем уровне. Хватит думать, что стримеры их сильные игроки в компетти могут быть. Чуваки, блядь, ну они хорошо в Сулку, может, играют, но, блядь, ну, у них нету, у Демила опыта практически никакого нету, там убили на топе Мирвина. А Смурф не играет на нормальном уровне уже несколько лет. Господи, боже мой. Так и Даймон тоже, типа, у него последние сплиты были плохие, он ничего особо не показывал, команду найти не смог. А есть Данза, который недавно в Лейке играл. Мирвина, давят опять, ну пощадите Мирвина! Пощадите Мирвина! Мирвин, кстати, может быть, даже переживет этот дайв, нет? Вот он очень хочет доесть это убийство, добирает и флешау дает. Вот он, красиво. Приходит Фрискови. Фрискови полетел, законтролили. Фрискови очень больно. Фрискови теряет флеш, там еще и цепочка прокнула. Но пока живет, Ильюэ раздамаживается. Много дэмэджа дал по Фотону. Фотон должен выжить, а вот Ильюэ выживет ли здесь. Витео. Хорошо, Витео забирает еще одно убийство. Виталити красиво. Раскайте левешечка! Блочит Даглас. Смурф условный, вообще не в обиду к Смурфу, но я это еще во время ЛЦЛа говорил, Смурф до топ-3 не был топером в ЛЦЛе даже в последние года. Там был Рамука, там был Маунтер и так далее. Так, фото. Ой, красиво, Мирвин! Плюс 500, Мирвин мстит за все, что было на топе. Там типа был босс, Рамука, Маунтер, Нонхоли еще, который тоже неплохо периодически выступал. В топ-3 Смурф там точно не входил в последние года в LCL. Он типа всегда был бигсайд топером, на танках на своих играл, чилил на сайде и все. Так, хили, цепанули Альвара, Альвара отдает флеш-ульт. Цепанул в итоге только Даглас, он Дагласа законтролили. Даглас здесь не выйдет, просто взорвали Дагласа. Ой, ну пока проблемки даже на этой карте Виталити. Может быть, и 2-0 все закончится, здесь еще Карзи должны додавить. У него есть флеш, есть ульт, есть клинс. Здесь пока просто на паук, или отдает Карзи ульт. Хилисанг бежит сюда, Хилисанг, верный саппорт, промахивается W, но успевает дочить Карзи. Там Витео подходит, Витео нашел килл, прилетел Фотон. Медлайн здесь оверкоммитнулись, могут попробовать Виталити еще какой-то килл найти. Витео на фланге будет, Карзи флеш отдал там от стрелы. Витео прыгает в супу, пробивает, забирает супа Витео. Хорошо, Фотон дальше. Будет ли у него Ешечка? Будет. Полетели за Ильёй, пробили Ильёй, но Ильёй пока живет. Витео пытается доесть кильчик, еще один на Фрискове. Витео! Рэмпейдж для него, Фотон. Дальше забирает Ильёй, красиво, и еще и выйти отсюда можно теперь. Все это время Мирвин пушит один на топе, но Виталити куча киллов наелись. Так, Виталити забирает дракона, не контестит Мэдэ, но при этом и на Шора они тоже не делают. Просто группятся опять вокруг Меда, забирают Вижн, контролят Вижн, теперь они на Шоре. Посоветую хороших джанглеров, стримеров, кого посмотреть. Ну, у нас в регионе кто остался из джанглеров? Даймон только. Дракон что-то перестал стримить в лесу. Или пошел Энгейдж. Но выбил ультимейт Альвара и что-то как-то все. Хилисанг еще и флеш отдал. Странно, им 10 хили, и он умер.
Ой, Селесанг, Альвара США Витео играет, убивает Саша с него. Че, будем стартить на Шорома или нет? А, Санса еще, да, Санса подрубает. Но Санса лучше, чем Даймонд. В том плане, что Санса все-таки действующий еще игрок профессиональный. Хотя Даймонд в целом тоже на высоком ЛА играет, поэтому можешь кого угодно смотреть. Вот она убили. Ну и все на этом, да, теперь точно на Шор будет. Меды. Ну, у Дагласа есть флеш, он, конечно, может попроще подстилить. Там Хелисанг бежит с базы, 4 в 5. Витео потихонечку покает, на шорт 7к еще. Но, кстати, слушайте, вообще меды довольно медленно пока делают. Даглас смотрит на ингейдж. Какой-то 3к, Даглас США играет, цепляет Ильёю. 2к там на шор остается, Витео тем временем ваншотнул Фрискови. А что с Нашором? А Даглас не забирает Нашор, смайтит все-таки Ильёя. Мирвин должен здесь Карзи добирать. Да, забирает Мирвин Карзи. И Нашор тоже для медов. Походу здесь просто меды 2-0 закрывает. Хотя ТП в спину от Фотона. Попробует подчизить. Там все лоу хпшные. Фотон прожимает ультимейт. Продамаживает чуть-чуть. Но этого маловато. Видел сериал «Страчи» между Даймоном и Дотером каким-то? Я видел, что это есть, но я не смотрел. Ну это чисто, ребята... Просто хайпят на единственном популярном моменте между Дотой и Лигой, как можно, типа, Дота аудиторию какую-то собрать. Ой, Фотона шотнули! Карзи пытается дамажить, но даже Ильёю не пробивает. Хорошая какая ульта от Ренаты. Карзи должны убить Фрискови, бэклайн залетает. Но успели, кстати, Варус собрать. Правда, Даглас и Хили здесь тоже умрут, Витео в файте даже не было. Ну и в итоге трипл килл для Фрискови на Кайсе, на миде. Два предмета у него есть. И уже 5000 золота преимущество медов, ну и походу даже не 2-1, а 2-0 здесь, да. Хелисанг сегодня какое-то безумие поймал. Так, ну у Виталити может быть душа, кстати, сейчас. Но она им не сильно поможет, блин, душа такая сильная. Да, Витео 5-0-1 просто. Бедолага. Блядь, а что Хелисанг здесь опять делает соло? Ну Хелисанг, ну ёбаный в рот. Паузу поставил Хелисанг. Что-то там не так произошло у него. У нас хронобрейк был, там у Хелисанга шишка не нажалась. Но теперь мы обратно возвращаемся в эту карту. Ебать, я уже забыл вообще, что происходило. Мы смотрели, сидели в виду с проспиритом в кейсе. Так что смотрим, что дальше. У нас душа, да, для Виталити может быть. Но Виталити при этом жестко летят по золоту. 6000 на топе, правда, два забирает Фотон. Дракона не отдают. Первый дракон только для медов. На вышечку хотя бы Виталити для себя на топе должны получить. Там, правда, идет Мирвин. Мирвин может здесь Фотона-то и подразвалить один на один. Фотону больно. Мирвин вышку за дефл. Так, хили поймали, но вроде должны выйти, хотя их там замедляет, релай. Ой, ну Хелисанга все-таки опять поймали. Но на шор на карте нету, поэтому здесь он восстановится, здесь ничего страшного. Т2 на боте они здесь не заберут, других объектов у них нет. Витео пушит бот. Вот он. Ниндзя рядом с Витео. Хорошая, кстати, может быть идея, у них дабл ТП будет. Они могут вдвоем здесь попушить. Вдвоем играют по Т2. Т2 забирают. Неплохой плей здесь от Виталити, чтобы вышку для себя получить. Так, Мэнлайнс стартует в очередной раз. Дракона там на боте пушит опять теперь уже Витео. Мэнлайнс хотят разбайтить еще один телепорт. Витео, у него 6 личинок, он вышку уже спушил. Но на Шора отдают при этом Виталити, да, то есть они забирают сторону, разменивают на барона. Но теперь есть прешер вот этот вот на боте супер крипов, и можно, в принципе, на топе дальше пушить. И Т3 тоже вскроют, там на миде Шайракан пытаются это... О, неплохо, кстати, Карди с хили. Мирвин флеша удает Карди флеш вперед. А Мирвин ускорился, у нас АДшники оба нажали флеш ни за что. Там сейчас игру закончат. Блять! Прикольтесь! Там Витео сейчас уже умрет. Ой, бля, чё придумали Виталити? Там еще рекол сбили Фотону. Два, они вдвоем, но у них нет ультиракана, у Карзи нет флеша. Карзи дает дэмэдж по Ильёе. Ильёе есть W Ренат, и он даже не падает еще. Карзи умирает.
Медлайн заканчивает 2-0. Я не знаю, Витальцы сегодня были супер плохие. Хилисанг сегодня поймал свое какое-то шизо состояние. 2-0. Медли идут дальше, Витальцы заканчивают свой стрим. Vamos, vamos, SK против Fnatic. Вторая серия сегодняшнего дня. Fnatic будут бороться за выход в топ-4 против SK. Но SK подстали за последние серии, кажется, как будто слабее стали. Так что я думаю, что все шансы Fnatic сегодня серию выиграть есть. Мой прогноз сегодня был на 2-0 в пользу Fnatic. Надеюсь, он сбудется. С медами сегодня более-менее угадал. Вообще, на плей-оффах у меня пока прям хорошо идет. У меня предыдущие быстро-три были полугаданы. Вчерашняя серия G2 была угадана. Прям хорошо пока. Мне нравится. Так, Азир для Ниски, Санта для Релеванта. И Атрокс для Оскара на топ. Не знаю, мне Хвей очень нравится для правого драфта, под вайп под наута. До Хвея добираться левому драфту будет трудно. Сена тоже лонг-рейндж. Я не знаю, я думаю, что это довольно легкая должна быть для Фнатика. Хотя, с другой стороны, если посмотреть, там до Шая тоже тяжело с Азиром добираться. Все упирается в тимфайты, но мне очень нравится пик Хвея здесь. Ой, ху, хороший по экзокику. Кстати, Джун сбил ресет, а тут Разор к спине. Но тут максимум флеш могут выбить из экзокика. Подрутали, но даже флеш не нажимает экзокик, просто скиллом выходит. Довольно легко все для него получилось. Мы Сену на ДК стали пикать. Ну поняли, что в целом душ-то нормально. У нас в прошлой карте Сена была, там 80 душ на 20-й пойдет. Поэтому стали играть просто Сены фармящие. Экзокика задайвили. Джуна, кстати, в размен должны забирать. Дос при этом живет. Будут пытаться додайвливать. Но Дос еще флеш есть, игнайт есть. Я думаю, опасно. Танчит в итоге... Танчит, но задайвили. Хорошо, ладно, справились. Справились, Фнатики. 2 килла на боте нашли. Килл для Сена, килл для Вай. Приятно очень. На топе при этом большой пак. Здесь Релевант пробил Оскара. Но Оскар вроде должен принять эту пачку. Еще и потрейдиться попробует. Пробивает чуть-чуть Релеванта. Нормально живет. Так, вообще Разор что-то смотрит. Там ТП идет Азира на бот. И Хвей подходит сюда. Разор. Без США. Тут опасно. Может быть, Разорг на развороте играет. Раздамаживается экзекик. Разорг пытается выйти. Отличный флешульт от Ниски. Но там подходит Хвей. Закидывает ультимейт в Доса. Много урона от гуманоида. Но пока не хватает. Исма пытается выйти. У него еще есть флеш. Подцепили экзекика. Экзекик США от гуманоид. Хочется хоть кого-то здесь забрать. Санстрайк под Доса. Урона не хватает. Ешечка по Исме тоже урона не хватает. Все выходят. Супер лоу хпшный эскей. Но при этом всего один килл здесь получили на разорке. Так, гуманоид на миде. Ой, хорошо. Пробил Ниски. Так, Санстрайк. Доджит Ниски. ВП. Попробовал гуманоид здесь подлонить несколько. Получилось даже. Так, у нас давить Фнатик хотят, но здесь Исма на контрдайве. Так, пошел ультимейт в экзокик, он без ульты. Выходит здесь Исма с ВШ, полетел Разор, красиво! Забрали Шаю, Разор в размен не уходит, растанчили турет. Прекрасно, Фнатик, как же вы дайвите, солнышки мои, господи! Как же вы растанчили вышку, прекрасно! Ну мои мальчики! Блин, ради интереса, наверное, хочу... Все свои предикты на лег посчитать процент удачный. Так, Оскар. Оскар есть флеш, если что. И Релевант больно Оскара пробил. Но Оскар живет, даже флеш не нажимает. Нормально. Надо рекол нажимать, там Исма подходит. Здесь мы должны сбивать реколом просто. Да, Оскар мертвый. Здесь его за контроль должны убить. Убивают. Оскар еще и флеш зачем-то отдает. Пытался разыграть, не получилось. Стена еще утонула. Этого не хватило. Полноценные 3 карты. Я думаю, что 2-0 Фнатики должны выигрывать, но посмотрим. Забирают личинок у нас SK, у них будет 5 штук аж. На боте при этом вышку получают для себя Фнатик. Первый клип вышки будет для Сены. У Сены плюс 1200 уже. Так, ну у нас теперь SK хотят забрать бот Т1, Фнатик хотят забрать стоп Т1 вышку, сейчас будут опять размениваться, здесь Оскар, ну куда? Ну ты же должен быть сенфой, у тебя команда в топ-сайде, Оскар, ну почему ты так пичекаешь, мэн? Так, за кик без лица будет, самонерки у всех все есть, да, кроме флеша Оскара у нас?
Так, на мидвейв забрали фанатики. Немножко опаздывает сюда низкий, купил себе наручи, у него будет секундомер. Так, пробили неплохо рел, фул контроль дали. Но при этом Джун пострадал, Джун США удает. Исма там еле-еле выносит ноги отсюда. Гуманоид, ультасены! Окей, Исма флэш. Ой, красиво, Разорг! Уф! Разорг, вот это было хорошо, теперь надо выйти, он выходит на кушке, но Джун умрет, нет, не сплэшивается, это кик! Далековато было, здесь еще и вчетвером фанатики были, Разорг ненужный как будто плей, вроде и хороший, но ненужный, потому что они пробили Исму, можно было просто... А ну, за дракона-то еще дохуя. Так, Исма на топе. ТП идет сюда. Хотят Оскара поймать. Оскара нет флеша. Ой, Исма плохо сыграл. Низкий. Слэша играет по Оскару. Цепляет его все-таки. Оскар раздамаживается по низке. Неплохо. Но все-таки забирает здесь Оскара. 20 секунд до дракона. Низкий пол ХП будет. На дракона телепорт потом у Оскара будет. Фанатики, я думаю, здесь фавориты на Дрейке. Сейчас еще Рел отдала ультимейт. Слушайте, вообще это должен быть дракон для фанатиков. Там... У Фнатика и Шульты тоже в КД, но они у них скоро от КДшатся, здесь пытаются поймать Досу, Дос вышел, у него венец есть, саппорты там, он дэмэдж не чувствует. Должны дракона забирать Фнатик, я думаю. Там еще нету теперь флэшей ни у кого у СК. После этой драки против Вай не очень приятно. С Наутом. Но СК забрали позицию, но Оскар сейчас будет здесь уже. Да, ТП идет. Ультарел, ульты Азира не будет. У Фнатик ульты почти все уже откатились. 4К Дрейк. Так, пробили немножко релеванта, 2К, Разорг, не стилит, пошел файт, там накапнули пока Шаю, ульта попадает по низке от гуманоида, санстрайк прилетает, низкий лоу хп, и релевант, ультит, ой, красивый релевант ультанул Вай, пытается Оскар там сыграть вперед, слыша, Оскар, плохо, Оскар, плохо, санстрайк доджит, экзекик, даблкил для Ксанте. И там все это время на топе герой ломает Т2 вышку. Т2 почти упал у Фнатик. Ну, а? Не поймал. Ульта есть? Хорошо! Нашел кильчик, ну, а. Дракона отдали. Так, Джун. Теряет флэш. Ой, красивый ингейдж Исмы, но там много урона идет от Хвея вместе с Сеной, дос пробитый. Исмы тоже больно, приходит релевант. А у Оскара не будет здесь, у него флэша нету, дает флэшаут Разор. Никто не умирает, фанатики выжили здесь. Ой, дос! Санстрайк прилетел болючий. Хвей подскейлился, Хвей уже начинает дамажить, там два предмета есть, еще нету Horizon фокуса. Так, здесь Оскар немножко без позиции, у него пока нет флэша. Пытается... Так, Джун, куда ты фисчекать идешь? Джуну очень больно, Джуна сейчас убьют, Джуна ваншот на лепо, Исме дэмэдж есть, но этого мало. А это дракон для СК. Ну что-то опять... Так, Дос подрубил ульту. Дос. Цепанул гуманоида, еще и туда же прыгнул Разор. Прекрасно играет с низки, забрали гуманоида. Ульта Сены, по низке не затаймили, но все-таки убили низки. А Сена может на замедле там пострелять. Экзекик, флэш вперед. Но больно. Но без США. Экзекик. Отличный хайлайт от Экзекика забирает. Но дальше стреляет, но его все-таки взяли Оскар с Разорком. И остается только Исма и Релевант. И Оскаринин. Идет дальше, цепляет релевант, релевант выходит, кайте, доджит, хилится, живет, Исма. Окей, 3 в 3 трейд. Странную камеру включают, но цепанули, чуть-чуть пробили, но... С огнем немножко играет, санстрайки пока не попадают. Иски будут пытаться, видимо, портить опять что-то вокруг Нашора у нас. У Фнатики есть два синих тринкета, они могут чекать. На Шора начали, Скей, Дос на фланке будет. У Доса нет флеша, но у него будет фланг, его не видят. Скорее всего, Фнатики сейчас чекнут, где Дос находится. Ниже поставили, 6К. Смотрим за Досом. Дос-то увидели, есть инфа по нему. Исми очень больно, там в барон пике. Полетел вперед Разорг, Оскар сейчас может умереть. Разорга выкинули, Разорг не забирает на Шора взяли Скей. Дальше, Оскар падает, Джун раздамажился, расконтролился. Гуманоид сзади стоит, пытается затамить по низке. Гуманоид. Забрали низкий, релевант заходит гуманоиды, получает фир в лицо, хороший дэмэдж от гуманоида, но дальше здесь релеванта трудно вдвоем убить, в итоге выживает только гуманоид, Фнатик и Нашор еще Фнатика дают, эта драка полностью в пользу СК гейминг. Давайте я сказал, Джун раздамаживается в драке. Но он там раскрестовался, контроля дал, но...
пиво получилось. Не знаю, мне кажется, рановато Оскар прыгнул в пит. Пытался по Исме сыграть, Исма хорошо вышел, в итоге Оскара законтролили. Куча дэмэджа у Ноа с гуманоидом дали, но у них просто фронтлейн быстро умер очень. Хорошая еще ульта была опять от Низки, я цепанул там стену. Низки хорошо очень играет пока. Но гуманоида Леандр не появляется пока. Мид сейчас запушит, позицию на драконе заберут первыми. Так, кстати, Рабадона у Низки нету, тоже важно. Разорг вышел, окей. Санта, конечно, супер жирный, там Джакшо появился, еще армор сверху. Так, Фнатики запушили мид, позицию в итоге отдали на драконе, все здесь первые. Джун, хук вперед, накидывает туда дэмэджа Хуэй, Исме больно, Исма под фокусом, Исма могут убить. Низкий пытается доесть Джуна, дает флеш, Джун его контролит, Исма вышел из драки, Разорка играет по экзокику. Забрали в итоге Джуна, но СК супер лоу хп. Гуманоид, надо снайпить. Гуманоид по экзокику попал сверху. Экзокик выходит, это душа для Фнатик должна быть. И Реремонт уже без ульты. Так, Оскар, далеко, зачем? Блять, сделайте дракона нахуй! Заебете! Чизит, блять, опять. Ёбаный в рот. Все, забрали душу. Низкий таинтил за то, чтобы Джуна убить. Ну если на страйке летят. Мидвей забирают Фнатик. Там барон барона сразу стартует СК. Окей, это потенциально last fight может быть. Если сейчас Фнатик драка выигрывает, они игру точно выигрывают. Если СК забирают барона, не факт. Раздамаживается Хвей, 4к на шор. Там Разорг ждет, пока халдят СК. Хотят найти драку попробовать. Разорг будет пытаться стилить Разорг! Сука, папочка! Забирает на шора. Ну все, Фнатики должны выигрывать файт. Рели буду пиздой дать. На нахуй, убить его. Блять, на... Так, экзекик флеш вперед. Ой-ой-ой, хороший нокап. О май гад. Экзекик. Экзекик стреляет. Экзекик стреляет. Двоих забрали. Два в одного трейд. Гуманоид. Гуманоид здесь фловый, кайфует. Он бежит в экзекика просто. Гуманоид. Гуманоид. Красиво. Даблкил для стены. Но есть хороший ульт от Низки. Гуманоид пытается еще доесть Низки. Добирает Низки. Гуманоид жив. Последний барон. Снайпит Доса. Не попадает. Но барон все еще для Фнатик, только для Гумы, но Гума много денег получил. Он там еще стрик снял какой-то с Азира. 7-0-7 к Санте, конечно, страшная сила. У Экзекика не будет флеш, у СК будет только у Низки. Фнатик флеш будет у Ноа, и все, да, только у Ноа флеш. Так, мидвейв. Пытается подпоукать. Так, цепанули Джуна. Джуну больно. Экзокик фрихит, и Джуну ваншотнули сейчас. Джуну ваншотнули. Прекрасно играет Релевант. Там цепанули еще и кого? На, Ватрокс убили. Ой, Фнатик. Но Джун заебал позицию все время терять. Вот опять Джун потерял позицию. Просто получил контроль, экзокик его фри уничтожил. Так, ТП на топ нажал гуманоид, они дракона дают, пытаются запушить топ мид, может быть и два забрать, там большая пачка с двумя тачанками, Фнатика дают Элдера. Ну чё, эскейп. Бля, ну эта игра выглядит пока просто как Санта Див какой-то, я не знаю, Релевант очень хорош. Релевант топ гэп это Оскара. Это факт. Ну, кстати... По сути-то, у них Элдер без барона, там гуманоид сейчас просто пачки будет отпушивать и все, хуе. Так, ну СК прям идут вперед с Релевантом. Ой, блядь, ну и Релевант, ну как ты... ГГ, проебали. Ой, Релевант просто солид. Ну у них не хватит здесь вейв-клира без гуманоида. Попробуют, конечно, но там и Релевант просто танчит две вышки, цепляет уже Джуна, полетели вперед, низкий... Ой, низкий фейлит, кстати, погодите. Но стреляет. Там Исма сейчас умрет. Ой, отлично, забрали Азира, Исма живет пока. Кассанта под фокусом. Кассанта сейчас тоже можно убить. Ебать, Интеры на СК! Интеры! Свифер. Бля, ну свифер на мимы разлетается просто. Просто фит. What? What the fuck? 42 тысячи урона от Хвея.
Марик Бразда! Марик Бразда! Марик Бразда! Так, Исма. Топнули. Хорошо, Джун. Разорка поймали. Разорк летит в итоге в Исму. Разорку больно. Ульта Сены. Пока живут Фнатик. И Экзокика дается в ультимейт. Ульта Сены там продамажила. Оска флешаут. Морская душа, хилимся. Барон живой на карте. Но вот теперь Фнатик должны от состояния за счет души. Низкие Исма пробиты. Мидвейв забирают Фнатик. Хилится. Да, это барон должен быть, Фнатик, нет? Но низкий СТП, низкий БКТПшнет. Нет ультимейта Релл, нет ультимейта Ракана. Фнатики тоже все ульты нажали. Так, там сипанули Ксанта, но это не тот таргет, который вы хотите цеплять. Хук по Исме, вот это может быть неплохо. Исму пробили сильно, Исма выходит пока на вешке. Очень долгий ТП, но Джун уже умер. А что низкий делал? Это что за хуйня была? Это что нахуй такое, блядь? И это нахуй, что сейчас я увидел вообще? Блядь, это какой-то пиздец. Релевант прилетел, 6к на шор, Разорка не... Разорка флеш есть, но он не пройдет спид, да? Разорк, по Релеванту просто играет, тут забрали на шор СК и вышли. Элдер минута 30, теперь у них будет барон под Элдера. Так, ну СК стартует, но СК будут драться, понятное дело. Но они очень быстро Элдера делают. Надо форсить. 10к Элдер. Джун опять далеко заходит, его ловит Релевант. Джун пока живет, отдает ультимейт Винзгекика, флешаут. В спине Оскар, хорошая ульта Сены. Оскара цепанули, подвязали, Кук мимо. Там цепанул гуманоида Ксанта. Не хватает Фнатикам урона, ГГ. СК выигрывает первую карту, даже несмотря на то, что низкий интер, но здесь просто перескейл получается. Ксанта неубиваемый, не хватает Фнатикам урона. Ой, Джун отвратительную игру провел, но тоже падает. СК выигрывает первую карту против Фнатик. 10-6-15 низкий, несмотря на весь его ин. Отлично играет Релевант. Релевант красавчик, Джун пока наоборот. Но игра пиздец потная была. Следующая карта, я не знаю, что там ждать. В 1-0 СК ВП. Так. Что у нас тут? Фнатик СК, вторая карта. Надеюсь, такая же веселая, как первая будет. Карма из реально подле Фнатик локаются. Ксанте у нас никто не трогал пока. Ксанте пока open. Рел, Сена для СК плюс Наут. Окей, тут все плюс-минус дефолтно. Так, ну игнарчик для Релеванса. Что, из реаль Аша бот, да? Ну, драфтик, конечно, интересный кукинг произошел у Фнатик. Здесь много ренджа, стрела, ульта, туда летит Зак. Сеня будет играть в игру трудно, ее будут просто душить. Но мне из реальчик не очень нравится. Я боюсь, что из реали у нас пока все плохо перформят. Но прио на боте у Фнатик, на миде посмотрим, как карма будет работать. Карма вообще сильная, двойка сильная у Фнатик. Но говорит, там мало урона? Да не, урона на самом деле у Фнатик достаточно. Итак, но у них именно паук. Попала стрела, туда типа кнопки нажались все, и они-то таргет-шоты практически могут. То кого? Ну, по драфту увереннее, мне кажется, SK, но я думаю, что драфт Фнатик тоже может сработать. Но SK такой, типа, стабильный, надежный драфт. Фнатик больше какой-то заковырочек. Так, разорок на боте. Левел 2. Хочет забрать грампа, у него будет с этого левел 3, и с этого можно будет законтестить любав. У Исмы. Закинул туда Джун просветочку, получил инфу, что Исма только сюда подходит. Зонтик за киком уже пробитый. Но там Ешка вперед, еще паукают. Но дайвить опасно. Там уже Рел рядом, да. Разорк идет просто на блюбав. Джун к нему. Дос левел 1. Исме, видимо, надо отдавать. Исме надо отдавать это дело. Так, Релевант там нормально продамаживает Оскара. Вот, короче, больно. Здесь снова цепанули, но... А тут Исма рядом, но умирает. Первая кровь для СК. Я как так получилось? Вейв допушили, что он там делал? Nice pick there. Cheer for someone else, Fnatic Face, but the positioning was quite aggressive.
Так, стрела летит. О, Джун, прекрасный ульт, низкие, просто в бесконтактном бою погибает. Ульта Аши, ульта из реали, мантра Хью гуманоида, Вэш Коксина. Просто убили. Красиво. Так, Исма. Но без самунера. Без США. Но хотят задавить. У Джона есть стрела, Джун стрелу дает, стопает по Карел. США играют. Ой, Ноа выходит на ножках, на своих. Красота. А там еще низкий пробили. Браво, Ноа. Хороший эскейп. Нажали флеши. Сейчас все съездить. Так, и Фнатик получает у себя второго дракона. Очень хороший, размерный early game. Ирелевант прыгает в Оскара, продамажил его. Оскар. Оскар улетает. Чуть-чуть пассивка не упала. Сегодня только эскей против Фнатика. Еще первая серия была, уже закончилась. У нас сыграли Виталити против Мэдлайнс. Уже вторая серия. Так, ну Оскар там сустенится на топе потихонечку. Но Гнарчик, да, Гнарчик неприятный матча. Получается, две пластинки съел Ирелевант. И Оскару надо на базу. Get the flash out of Izmu as well. So, gotta clarify that. 37 points or something. But like even then, I don't think. Так, Манут еще не слез пробивает. Исма по раздорку. Так. Раздорк на развороте. Есть стрела, стрелу отдали. Пробили очень больно Исму. Ну вот вам, да, то, что я и говорил. Стрела попадает, кнопки вперед нажимаются, и все. И они забирают Рел, у которой уже Сатан Харт есть и Пепл Бами. Оскар очень сильно страдает на топе. Он отдал телепорт, его опять пробил Гнар, плюс 700 на топе. Релевант Астра гэпает в этой серии пока Оскара. Но зато в бутсайде все хорошо, забирают здесь вышечку на боте. Первая вышка есть для Фнатик, тут еще на мид смотрит Джун с разворком. Стрелы нету, но могут просто так сыграть. Флэш низкий отдает, отдает ультимейт. Низкий убили. Еще и вышли все. Еще и вышку на биде, может быть, заберут Фнатик. Преимущество по золоту уже больше 2000. Так, Фнатик делают Герольда, не контестит это дело эскей. Еще один объект для Фнатика, с этим Герольдом можно будет потом скрыть мид, собрать дракон следующего, например. Джун смотрит на то, чтобы дать стрелу на топ по низке. Низки ставят Вижн. Джун здесь все ломает. Еще одну вышечку начинают здесь поддавливать Фнатик. Сейчас Монтра Хью можно пагубностью разрядить низко в лицо и уйти отсюда. Гуманоид. Гуманоид Интиш. Гуманоид. Есть Вижн. Есть Флэш. Нет вышки. Но Гуманоид умер. Гуманоид умер. Стрела Шмин пролетела, да. Гуманоид умирает. Гуманоид заинтил на сайде. Отдает килл низки. Но медвышка забрал за это Ноа. Ну, пойдет. На гуманоид интер, конечно, но, блядь. Ну, вся команда вышла, ну, что там остался? Так, ну что, Фнатики позицию забрали. Но, правда, медвей запушит эскей. Так, эскей начали дракона. Сзади будет Оскар. Стрела есть. Оскар поймали. Оскар под фокусом один. Оскар просто умер. Дракона пытаются забрать Фнатик, успеть. Так, дракона забрали, низких пробили, вышли, отдали Оскара, но забрали третьего дракона. Нормально, размен опять. Ничего страшного. Так, Ирелевант. Тыпанул Джуна. Ирелевант соло-килли Джуна. И выходит. Хороший Ирелевант. Я до сих пор вспоминаю, как кто-то в чате недавно писал, что Ирелевант чуть ли не худший топер Лека, пару, там еще пару недель назад и так далее. Ирелевант просто, как мы не посмотрим, Ирелевант просто жестко гляпает всех. Фактически, очень сильный промоутер. Так, Фнатики тут, походу, медвышку могут отдать. Оскар ТП спину дает. Отдает ульту из реаля, пробили экзокик, еще и стрела в него прилетела, больно экзокику. Гуманоид, мантра Кью есть по экзокику, не попал. Пролетает Оскар, никого не цепляет его отпять, Лидоса убили, но вышку забрали зато эскей. Низкий здесь мисс позиции, чутка, разорок, но он его здесь никак не поймает. Но вышку все равно забрали. На топе. Ой, Исма тоже мисс позиции здесь, флеш отдает. Исма... Надо вэау давать. Исме больно, дает ультимейт, пока живет, но его просто сбрило. Пролетает сюда низкий. И у Релем это будет мега форма здесь. Гуманоид, мантра Кью. О май гад, вы посмотрите на этот урон гуманоида. И Релевант, хороший ульта. Троих застанил. Выходит пока. Низкий полетел. Флэш. Ой, низкий.
Прилетает Оскар. Фнатики должны все равно, по-моему, додушить эту драку. Разорг забирает Азира. Оскар. С экзокиком флеш от гуманоида. Экзокик без скачка. Гуманоид. Блять, не забрал. Гуманоид умрет за это. Блять, и Оскара не было. Оскар на миде. Почему все это время дрочил стоял? Сука! Оскар, почему ты так долго на миде был? Почему ты не шел сразу, когда файт начинается? Я... Оскар, ты здесь сегодня, нет? Так, у нас душа для Фнатик, может быть, по золоту все максимально ровно. Без самонерок все СК, без самонерок все Фнатик, кроме Аскаринина. Гуманоид бежит с базы, дает ТП. Будут искать стрелу, будут искать пол. The Drake humanoid TP's in. Noah trying to put the chip damage down. Irrelevant building up that Mega. No flash for him makes it harder for him to get access. 4K дракон. Стрела пошла, попала по Исме. Разорг прыгает в Исму. Туда же прилетает Оскар. Дракона забирает Разорг. Морская душа прокает для Фнатик. Распрыгивается Оскар, раздамаживается, падает по Сивку. Там Разорг туннелит Сену. Сену убили. Забирает скилл Джун. Е вперед от Ноа, забрали Наута, минус 2, можно и на Шора начать, сюда. Так, ну там пушит Ирелевант, что-то по сайду, Оскар ломает 2, Фнатик ломает 2 на миде. Забрали вышечку, раз, забрали вышечку 2, стрела мимо Джуна, там пушит, продолжает Ирелевант. Оскар пока не реколится. ТП идет в спину, ТП в спину. Там Разорг встрял. Там мегаформа скоро будет. Разорг танчит, флеша удает. Все ульты в него нажали. Но там щиточки, гуманоиды и морская душа решают. И Релевант с мегаформой цепанули Ноа. У Релеванта нет флеша. Пытается забрать Ноа. В итоге Ноа выфлешивается, гуманоиды цепляют, но этого мало. Выигрывает драку Фнатик, но дальше на морской душе должны просто разваливать. Ноа, плюс еще один кильчик, два киллайда из Реаля. Для... из Реаля? Для из Реаля, блять, как ты сказал, ужас. Че, Фнатики, заканчиваем? Заканчиваем эту карту за 25 минут. Легенько залетает для Фнатик. Хороший, прикольный, интересный драфт. Срабатывает. Заготовочка. И 1-1. Могло быть уже и 2-0. Если бы не Кстант с первой карты. ВП. Вамос. Вамос. Поехали. Фнатик Escape. Третья карта. Третья карта этой прекрасной серии. Надеюсь, Фнатик в этот раз не зальются, как в первой. И выступит примерно так же, как это было во второй игре. Let's go. Так, Escape на синий, Фнатик на красный. Макачик убрали, Джекса убрали. Карму банит Escape. Респект. Респект подъехал. Марек. Или Корки. Можно Корки тоже как пол. Корки Азир будут играть матчап. Да, кстати, реально Корки будет. Окей. Корки здесь логичнее, чем Азир, да. Просто под пол с Ашой и с Азирелем. Because again, you're looking at a Fnatic comp that had an insane amount of poke, and you have to think back to last game, what was the problem? Чем будет играть низкий? Yeah. Я хуй знает, им нужен какой-то hard engage. Им нужен, блять, Орн, не знаю, какой-то на топ. Что такое? ТФ. Для для низки. Ну, им нужен пешный топер, видимо, Рамбл. Или что? Им нужен, ну, либо это ПТФ будет. Или они будут играть с АД-топерами, типа Рел, Рената и там кусок ТФ, этого Magic Damage им хватит. Но там сейчас Зак просто для Оскара опять будет, по идее. Рамбл, да. Так, Фнатик. Ну, Орн, да, Орн под этот драфт, под лонг рейндж опять. У Фнатик очень похожий драфт на то, что было в прошлой карте. Опять полк, опять сетап со стрелой. Теперь и Орн это половит. И Корки есть с пакетом. Escape будут пытаться какие-то кичи находить. 5 на 5 в тимфайтах. Я думаю, что Фнатик сильнее. Но теперь у Escape хотя бы есть какой-то дизенгейдж в виде Ренаты. Но, блин, Рената там ульту ее закайтит в лонгренжи. Исма просто хочет поставить, видимо. А, Исма хочет задавить Уорна. О, это, кстати, хороший кол, да, там Оскар без хп. Исма уже тут. Надо вышку будет, правда, подождать. Большая пачка-то. Оскар скрафтил себе хпшки немножко. Должны задавить. Ой! Но пока никто Тавер Агро не взял, Оскар.
Плохо. Плохо. Никто не взял Тавераггера, рано флешнул. Теряет пачку Оскар, ничего не нажали, даже скиды. Печально. Оскар сегодня играет не очень. Так, у Маной там капли, уничтожитель, ну все, да, смотрите, фулл скейт. Но фанатики, кстати, если что, точно скейт, это в ноль. Герольд, я сказал? Грампа, ладно. Так, ульта ТФ. Стампа Джуну, Джуна законтролили, там экзекик идет, Джуна убивает, экзекик получает для себя стаки. Достанчил турет при этом. Так, цепанули низкий, немножко пробили. Больно в итоге разорку. Разорк за это может умереть. Прилетает гуманоид. Хорошо, раздамажили. Взяли доса. Взяли экзекика. Есть ответные два убийства для Фнатик. 2 в 2 трейд, но... Дрейвен получил стаки для себя, плюс 200 он становится на Дезериале. Ну, по сути, у нас, да, есть кейс, темпо сетапом, Дрейвен ТФ, они должны эрли разгонять, давить. Вот, блядь, Оскар умирает 1-1. Да, Оскар. Нереальный топ-гап в этой серии происходит. Пифер радостный, хотя потом они вдвоем умерли. Так, низкий стрял без туша. Джун стреляет, пушечка есть. Пытаются вешка Ренаты сработать, срабатывает. Разорк забрал, правда, Ренату. Джун, потом еще Релевант приходит, надо Разорку бежать отсюда. Как же они дотуннелили с вешкой Ренаты хорошо. Тут еще их закик идет, Разорк пытается спастись, его подстанет, Разорк умрет. Фнатик, еще два килла заливают. Фнатик, блядь! Все плохо, корабль тонет. Не ГГ пока, Фнатики вот скейлят. Типа, там есть одна какая-то ошибка, если они зальют золото, там... Эта игра не закончена. Эскей, темпо, драфт. Они темпят пока, они все делают неплохо. Но это не ГГ пока. Так, ТФ опять с ультой. Да, поехали. Но Джун мертвый. Так, ульта Уорна. Низкий должны убить в размен. Ульта Ренаты. Низкий. Подвешка Ренаты, окей, убили. По Исме доигрывает, Исму взяли. Найс, Фнатик, хороший размен, но на топе теряют пластины. Нашли два килла, но на топе теряются пластины. Рамбл дальше фармит. Он уже минус 50. Две пластины для Релеванта. Тут, блядь, весь смотрели столько золота. Скилл, два ассиста, личинок он не забирал, пластин... Ну, видимо, одну или две пластины зашарил где-то. Так, стрела. Поймали Исму. Пошел Орн. Хороший. Исма супер лоу. Ну, вышел. Отдали две ульты, Фнатик. А вот теперь на развороте низкие. Цепанули Ноа, но без самонеров, но живет пока. Разорк. Но капа экзекику, но у него вешка Ренаты. Экзекик. Умер экзекик, хорошо. Но там, блядь, просто сжигает всех Рамбл. Гуманоид прилетает, доедает Исму. Он тоже умрет, это минус 5. Это минус 5. Блядь, ну Рамбл див просто пиздец. 5-0-3 Рамбл. Как же Релевант ебет эту карту опять? Серия имени Релеванта просто. Солид, солид молодой. Да, ну они, да, они три кнопки нажали в Релла и в итоге не убили ее все равно. 3К ведут эскей. 2К на топе. Изреаль потихонечку скейлится. Нужна Романа на гуманоиде. Фнатикам нужен момент, когда у них будет два предмета Корки с Мураманой, два предмета Изреаля с Мураманой, и от этого уже можно играть. Тут пытается низкий поймать разор, стрела мимо летит. Не поймали здесь низкий. Ну, отжали ред. Да, и первые крыфышки на боте собрали. 2К отставания на 15 с 4-2-4 древеном, 5-0-3 рамблом, это очень хорошо. Потому что они не так сильно еще летят, они находят золото. Так, ну здесь, кстати, Оскара, походу, давить будут. Оскар пытается забрать вейв, стрела, баран. Хорошо, Исм умрет. Браво, Оскар, браво, 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 браво! Разор. По Ирелиму, он хочет сыграть Ирелиму, сразу флеш отдает, он на миде теряет вышку, там ТФ кушает.
Там ТФ пушит, вышка дают. Сами при этом вышку на топе не заберут, там воевание то особо. Но они хотят дайвить. Низкий без ульты. Бля, ну без пачки дайвить такое. Разорг бежит на мид. У Оскара будет ТП, если что, но там, там на вижене все это Разорг делает. Так, гуманоид. Исмов исчекает, получает по лицу, стрела, по Ирелиму тут чуть-чуть не попало, но Исмов, кстати, должен умирать, ему стопнули вешку, стоит из реаля, снайпит! Папочка, но просто бэм! Поймали еще Ренату, неплохо, хороший эквалайзер. Ульта Рената цепляет, но мало народу. Там больно Корки. Корки пока доджит. Кику больно тоже. Дос умирает. Оскар танчит очень много. Низкий флешаут. Разорка под Станли. Разорка умрет. Вы релеванта. Поймали релеванта. Там бабки. Бабки для Ноа. Сюда лут. 3 килла для Фанатик. Плюс еще и стрик за Рамбла. Найс. Но Фанатики уже вполне могут драться. У них по 2 предмета есть у Корки из реаля. Гуманоид, там пакет. Там пакет, гуманоид летит сюда. Но Фанатики хотят третьего дракона забрать. Смотрим на стрелу, смотрим на призыв бога кузнеца от Оскара. Хорошо, ульта древина здесь пробила. Стрела по экзокику попала. И туда же баранчик. Баранчика стопнули, правда. Убили Ашу, хороший ульта Ренаты. Блять, Фнатик, там еще и пакет аут был. Экзокик живет. Забрали дракона Фнатик, но погибли. Но мне кажется, ли там гуманоид мог пакет нажать в экзокика и просто уебать его с двух ног. По-моему, гуманоид очень плохо драку сыграл. Fnatic feeling confident after that play, can't quite find the fight that they want, but they get the objective. They find themselves now at soul point. На Шора хотят эскейп форсить. 10 секунд до разорка, но по идее они не могут его форсить. Там жесткие пинги какие-то идут. ТП дает Рамбл, да, они будут форсить на Шора. СК хотят форсить на Шора. Да. А гуманоид снова без ресета. Надо чекать на Шора идти, блядь. Надо чекать на Шора. Оскар без ТП там нахуй Люба фармит. Джун, блядь. Пизда. Они вообще не поняли. Они вообще не подумали. Так, Оскар. Там Разорка нашли. Стан, Разорк. Разорк умер, да. Хорошо поймали Разорка. Бля, ну здесь реколится стоять, когда СК в твоем лесу. Ну, блядь, Разорк, ну это прикол или чё? Стрела прилетела в экзокика опять. Два забирают СК эту. Ну так-то да, так легко сидеть, когда Разорок просто подставился. Забрали Т2. 2 раза стрелу уже поймал, но пока, благо, не умер для него. Так, ну еще на ульту закидывай, там полк по экзокику от гуманоида, баран. Экзокик без США. Ракетка, бам. Ракетка еще. Разорк с США, цепанули низки. Низки в США, цепанули Исму, Исму в США. Экзокик стреляет, Разорка убили. Оверкоммитятся Фнатики опять далеко. Но Разорк опять далеко полетел. Но они выбили кучу флешей сейчас. Так, Оскар тут еще что-то посматривает. Баран прекрасный, святой Дрейвена. Да флешивайте Релевант. Релевант сейчас всех сожжет нахуй. Блять! Они закончат по топу, да? Нахуй вы уркомититесь постоянно, блять! Ну вы нахуй скейлитесь, ну у них барон, ну сука! Зачильтесь вы! Ёбаный рот, Разорк, ты нахуя туда летишь постоянно вперед, блять! Нахуй вы так летите вперед, блять, со скейл-сетапом, ёбаные дубины, блять! Ну заебали, весь сплит нахуй, сколько можно? Давайте еще вдвоем 5 почезим, но дабл ТП будет, можно попробовать аккуратно. Стрела сейчас будет. Ну все, ладно, отпустили. 30 секунд дракон. Ульта из реаля, кстати, может какой-то ресет собьет. Сбил ресет досу. Все ульты есть. Пакет есть. Можно забрать душу, попробовать. Паук летит.
Исме трудно будет ингечить. Стрела по Исме. Исму просто пропокали. У него почти не осталось ХП. Дракона забрали. Баран по Исме. Исму убили. Найс. Гуманоид. Пакет есть. Сука. А что ты не нажал-то? Блять, они бесслышовые. Мне кажется, можно было. Так. Тут что-то эскейп портит. Ешки спалили. Вот как флеша. Вот. Там это ТФ была. Низкий, прилетел в Ноа, Линз, Ноа, Ноа, блядь! Куда ты летишь, Низкий? Куда? На кого ты? Тут папочка работает. Куда ты летишь? Так, эскейп пока ничего не форсит. Джун, аккуратно, не физчек, нельзя. Блядь, ринкет один отдали. Но есть еще Ешка Аши, есть ульта из Реаля, чекать можно долго. Так, на шорс сортанули эскей. Ну страшный эскей здесь, страшно. Зато флеши теперь все есть. Исма, энгейдж, цепанул Ноа. Неплохой эквалайзер, Исме очень больно, там Ноа живет. Куча дэмэджа летит в Исму с досом. Ноа забрал первого. Дальше, трахать всех. Ноа забирает второго, убили релеванта. Сюда нахуй! Ваноид? Ну это не очень нужно было, экзекик получает 900 золота. Ноа? Пушечку, ну. Это на шор. Сюда, блядь. Перетерпели. Да нахуй. Оскар, нахуй ты на эту вышку дал ТП? Нормально вроде. Он 2-2 забрал. Гондон. Но он теперь может закончить игру, но ингип стал. Блять, это пиздец. Я сейчас сойду с ума. Так, ну чё, Низкий теперь, ну, я думаю, что Эскей понимает, что их заутскейлили, и Низкий теперь будет упарываться в то, чтобы заспит пушить. Но топ дэмэдж на карте. У них есть телепорт у гуманоида, если чё. Но Низкий сломает всё нахуй с ультой. Он заберёт ингип и Нексус. Им надо контролить Низкий, нужно его всегда видеть, нельзя упускать его из виду. Фанатик с нашором. Да, Элдер через 10 станет. Элдер 10. Забрали Митура. Так. Ну вот там пукает. Стрела. По Низке попали. Хорошо. Низкий в эшке Ренаты. Низкий должен умереть. Низкий убили. Разменялись в разорка. Очень больно Оскар. Оскар флешаут. Там релевант фловый. И релевант. Флеш вперед. И релевант, релевант. О май гад, релевант. Ну, Ноа забрал. Нормально. Ну, а дальше прыгает на кушечке. Это минус 2, да? Там живая рел. 2 в 2. Убили Низки. Он закончить не сможет. Чё, Ноа? Ну ты же не будешь Элдера сейчас сделать, правильно? Там у вас мертвый джанглер. А вот Скейта могут 3 в 3 попробовать и пофорсить. Ноа видит тут Эскей. Закидывает ульту. Ешка вперед. Ой, Ноа! Ой, Ноа! Блять, Ноа! Умничка. Как же он их раскидал сейчас? 5 секунд разорка. Но это Элдер должен быть для Фнатик. Низкий встал. Разорок бежит сюда. Девять к. Надо ждать разорка. Релеван с базы ТП дает, окей. Доса не будет, дос далеко, гуманоиду есть телепорт. Гуманоид летит сюда. ТП не нажимает. У них стоит пинг на базе, чтобы можно было нажать ТП на базу, если туда полетит ТФ. Элдер. Забрали Элдера. Стрела пошла. Низкий на базе! Алло! Низкий на базе! ТП гуманоида сейчас обьет Ешка экзекик. Экзекик? Окей, гуманоид улетел. Гуманоид убьет Низки. И Ноа стреляет. Блядь! Сюда нахуй! О, боже мой, какой пот невероятнейший! Невероятнейший пот!
О, май гад, вамос, фанатик, вамос, блядь! Вамос! Уф, сука! О, май fucking гад! Let's fucking go, блядь, сюда, нахуй! Дожали, перескейлили, какая же, блядь, потнющая серия, кошмар! Ну а умничка, на Израиле столько спейса создал для команды. Браво, браво, Ноа.